звоните, я каждую неделю встречаюсь, порой два раза в неделю с мамами, с женами мобилизованных, и прошу дальше вас сопровождать по линии работодателей, соответственно, все те вызовы, настроения, коммуникации со всеми семьями наших ребят. Это сверхважно. Каждый раз, повторяюсь, каждый раз, когда я встречаюсь с женами, всегда есть какие-то новые предложения, новые вызовы. Начиная вечер, заканчивая любыми другими средствами, которые действительно сегодня необходимы в период времен года, тех вызовов погоды, с которыми нам приходится сталкиваться. Однако могу сказать и хочу поблагодарить, никто из них не опустил руки. Все, наоборот, объединились в большие, дружные, командные семьи, действительно называют все команды. И это очень важно.